напряжением. Ну, еще раз одну попытку. Смотрим за Анатолием. Молодец, молодец. Вот этот каверзный такой, с одной стороны, очень многие его показывают, два слоя сальто вперед, но многие плохо приземляются. Анатолию Васильеву этот прыжок удался. Так что посмотрим. Ой, простите, я должна все равно исправиться обязательно. Это был Голотуцков Антон, который выполнил 2,5 сальто вперед. А Васильев закончил все равно первой строчкой, и у него оценка 9,175, пока это лучший результат на прыжках.